28 мая 2018 года, понедельник. Вот Александра Михайловна, Татьяна Кузьминична пришли по винограднику, тут работают. Я еще мог, помог, дальше перехожу на другое. Это наш дом, где мы молимся. Коревые. Что я вас захватил, за каким делом-то, а? Тихонечко, тихонечко. Я вот что тут говорил, Татьяна Кузьминична, как так садили? Кто виноград садил этот? Мы садили. Миша, ну почему вы зеленый не насадили там весь? А потому что не было. Вот какой дали такой. Хорошо, я могу понять, не было. Потеряевки когда садили? Зеленый, главное, одна кисточка. А этих 20, а то есть зеленый. Черный. А там мы садили намного позже. Это черный край. Есть невозможно. Отсюда брали и туда. Вы слышите? Ну, можно было взять-то посадить-то. Каждый раз привезут, но только так. Уже меня изжога-то мучает. А его, если поем, то вообще. Надо всегда помнить о том, кто их будет употреблять. Как оно им будет нравиться, не нравится. Ну, что вы... А вот эту яблоню сзади кто садил? Надежда Павловна, наверное? Да. А? Да, наверное. Вон на той стороне другая Надежда посадила. Эдмуха Александровна. Вот сегодня тут прошел крапиву прорвал. Это крыжовник. Вот обобрали. Когда-то тут ставили эти палочки. Вот прямо в эту трубку. Вот он и вырос. Это что, чистотел? Его море сколько. А чего он чистотел-то, ты знаешь, нет? Чистотел? Но? Да, там многих. От рака. От рака? От всего, да. Так а почему умирает тогда? Ну, вообще-то это яд считается. Ну, яд, так у нас сколько его, смотри, цветет, все вокруг, один чистотел растет. Ну, это хорошо. У него одно хорошее качество, его легко выдергивать. Корень у него слабенький. Это вот смородинку, несколько кустиков. А тут вишенка цветет, а вон там вишенку меня ругают. Вот сколько я перепортил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10, 11, 12, 13, ну, около 15 их стволов спилил. А почему? Ну, не на месте. Почему? Тут легко понять, почему. Вот наш дом. И прямо напротив дома показываю. О! Это что означает? Это означает наружное наблюдение. С этой стороны дом весь просматривается, а эти деревья закрывали. И поэтому их убрали. Вот теперь все понятно, а то ругают, а дальше-то не знают еще. Ну не ругают, а замечания делают. Остатки все ко мне занесете. Вы берите пока вот эти вот, вон, лежат на полу. Они хорошие, чтобы не пропали. Ну а это у нас вот калина. Красная калина. Она зеленая-то не бывает, ягоды. Красная. Вот тоже большой куст калины. Здесь был хороший большой куст шиповника. Я вот уже выкорчил. А почему? Роман был у нас, вот малыш, сказал, машину на продажу и надо привезти. Она много места занимает. И поэтому вот у нас тут хлопать одежду, ковры сделаны железные дальше. Я это все вытащил и направил прямо на этот. Перетащил тот край туда дальше. Вон стоит он где. Отдельно штырь. А от него сюда уже идет, вот она идет поперечно. Это место освободилось для заезда ему, машину поставить. Здесь много можно было поставить. Сейчас даже могу сказать, сколько это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Фактически почти 10 метров. Ну вот так. И с той стороны, думаю, не понравится. Такие хорошие отношения были. Там тоже что-то было, спилил деревья, убрал. И вот здесь вот, вот эта детская песочница играет. Вот здесь вот. Вот посюда, что он мог, вот это вот, оттуда, вишня дала сходы. Она еще вот, мог это посадила, Надя. Вот одна яблонька, вторая, разные сорта, говорит, дорога ехала, и там продавали. Вот сюда вот его машина, она вот длинная была. Второе место. Третье, там все сдвинули дрова,
Это можно было развернуть, даже там поставить. Три места ему здесь подготовил. Ну, а там взяли у него. Вот так. Я гляжу, там подъехали наши. А кто подъехал-то? Сергей Павлович, он должен Никиту привезти сегодня. Это сестры свою одежку. О! Министр Украины еще будешь по беженцам. Главный опыт, чтоб был. Ну, пошли. У меня сестры работают, я с ними работал. Веники делал из этого, который батюшка привез, березы на Троицу. Я их все перебрал. Доброе утро. Доброе утро. Бог в помощь. Бог в помощь. Все, верно, виноград будет. Ну, что мог тут, поделал, высадил. Вот так. Не забыл, где мы живем-то? Ну, ну? Вот это, кажется, дверь первая, которая налево. А там дальше Надежда Васильевна же. Или наоборот. Ну, кажется, вот здесь. Ну, вот видишь, как это. Недолго был и забыл. Один в город приехал, маленько пожил там, а потом домой приехал. А что это у вас тут за инструмент? Лопата. А другое? А не видит, грабли-то наступили. Они как раз поднялись на те же грабли. Они пол бойно. Чего грабли-то разбросали? Сразу вспомнил. Ну, все, заходим.